Ловкость рук и математические алгоритмы. Курск принимал международный чемпионат по спидкубингу, скоростной сборке кубика Рубика. Более 50 спортсменов из России, Украины и даже Вьетнама показывали навыки в 12 дисциплинах, включая сборку одной рукой и даже с закрытыми глазами. Моя коллега Юлия Комкина отправилась на соревнования и убедилась, что смотреть на спидкуберов, как и на огонь, можно бесконечно. Готов? Готов. Николай Васильев собирает кубик 3 на 3 стремительно, словно северный ветер Петербурга. Именно оттуда прибыл спортсмен. 16 секунд, парень недоволен. Его личный рекорд 7,96. Время имеет значение. Название спидкубинг говорит само за себя. Спид от английского скорость. Но есть дисциплина, где учитывается количество манипуляций. Решение за минимальное число ходов называется алгоритмом Бога. 43 квинтиллиона возможных положений, только представьте себе. Спидкуберы считают, что безвыходных ситуаций не бывает, а ученые-математики заявляют, что из любого положения можно выпутаться за 21 ход, но это доступно лишь компьютерным программам. Ну а я пока могу виртуозно скрамблить, что на сленге спидкуберов значит «путать». Собирать кубик Рубика не на время может каждый. Было бы терпение. А вот чтобы сделать это быстро, потребуется около 120 базовых алгоритмов. У них есть образные названия. Копье, вертолет, светофор, много ли. Соображать нужно мгновенно, понять, какой алгоритм применить, а дальше ловкость рук и дело техники. А это сложно вообще, Назар? Ну да, сложно. А что нужно знать вообще, чтобы собирать? Ну, комбинации там. Пятилетний спидкубер Назар просит съемочную группу его не отвлекать. Необходима концентрация. Кстати, почти у всех есть свой личный кубик. Это и аксессуар, и талисман, и спортинвентарь. Боюсь сказать, сколько я на этом отсобирал. Ну, наверное, 1015 будет. Руки не болят? Руки могут болеть, только если при сборке одной рукой есть коварное движение мизинцем, которая растягивает здесь мизинец. В нашем городе уже несколько лет существует клуб «Кубер Курск». Его участники успешно выступают на различных соревнованиях. На международном чемпионате куряне забрали бронзу в дисциплинах 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5 и 6 на 6. Вот уже более 40 лет кубик Рубика – одна из самых продаваемых в мире игрушек. Устройство для поломки мозгов, развлечение для усидчивых, пытка для обывателя. Скоростные методики позволяют вот этот вот многоцветовой большой хаос, который не поддается пониманию обычным людям, да, собрать и привести к логическому решению за какие-то считанные секунды. Это эффектно, это здорово, это цепляет умы и сердца детей и взрослых. Папа кубика – венгерский скульптор и преподаватель архитектуры Эрнё Рубик. Рубик хотел создать трехмерную модель, которая помогла бы ему обучать студентов. А получилась головоломка. Уже чешутся руки? Тогда бегом за гранатой для мозга. Развивает пространственное мышление, логику и память. Юлия Комкина, Андрей Дегтярев, телеканал «7».